Возбестия обустраивают цветники, петунии, бархатцы и другие цветущие растения в этом году привозят из Кургана. На днях в город прибыла первая партия. По итогам торгов МУП управление заказчика ЖКХ города «Асбест» заключило муниципальный контракт на поставку рассады однолетних цветов с предпринимателем из города Курган. В общей сложности в «Асбест» из Зауралья доставят более 49 тысяч цветов на сумму порядка 722,5 тысяч рублей. Кроме петунии и бархатцев, городские клумбы украсят красная сальвия, синяя гератум, душистый белый алисум. Растения будут рассажены на 86 цветниках, общая площадь которых составит около 6 тысяч квадратных метров. Работы по подготовке почвы выполняются работниками предприятия управления заказчика. Высаживать цветы, как и в прошлом году, будут благотворительный фонд «Возможность», предприятие «Вторресурсы», работники Центра культуры и досуга имени Горького, а также трудовые и экологические отряды, организованные станцией юных натуралистов и городскими школами. Мы должны сделать две клумбы большие и две очень маленькие. Вот. И мы должны здесь работать 3 дня. Мы работаем сегодня, мы работаем 13 и 15 числа. То есть вот за это время, я думаю, мы должны вообще всю аллею посадить, потому что нам сказали, когда мы посадим эти клумбы, мы пойдем дальше досаживать. Всю рассаду доставляют в город в 3 приема – 9, 13 и 15 июня. Высадка растений должна производиться в тот же день. Наибольшее количество растений – 9 тысяч штук – будет высажено на Аллее Победы, где работают городские школьники. Стоит отметить, что цветники преображаются не только в самом городе. К минувшим выходным курганские цветы уже украсили кольцо на въезде в Асбест.